Эпизод 22. Тайна замка. Крис! Крис, мы должны освободиться! Не могу, Фабри. Узел крепкий. Где все? Где Гектор и Сандра? Если мы позовем на помощь, нас должны услышать. Помогите! Помогите! Это за нами. Там кто-то есть. Мы идем, ребята! Помогите! Спасите нас! Фабри, что такое? Огромная змея. Она собиралась съесть нас, но откуда-то вдруг появились Боб и Люк. Это кошмар. Тебе все приснилось. Вот и все. Да, но... может, это знак? О чем ты? Дядя Джон сказал, что встречается сегодня с Николасом Муром. Николас Мур? Эксперт по знакам и символам? Он сказал, есть новости о круге Футурабили. Доброе утро, ребята! Сандра уже заждалась вас на треке. Что случилось? Неспокойная ночь. Фабри, это всего лишь сон. Сосредоточимся на победе в Суперкубке, хорошо? С нашей прошлой встречи я был очень занят. И я нашел кое-что интересное. Николас, расскажи о Футурабили. Я убедился, что это тайный культ. Их цель — добраться до Дрейкерс. И этому есть доказательства. Что это такое? Это редкая копия их манифеста из старой парижской библиотеки «Futuris Horribilis». С латыни это переводится как «удивительное будущее». Анонимный член круга написал... этот текст. Не понимаю, как это относится к нам? Эта глава. Она упоминает о скрытом поле. Его описание невообразимо совпадает с мифическим полем Икскор. Именно то, что ищут Боб и Люк. В книге говорится о загадочных хранителях, называющих себя Круг Камней. Круг Камней. Все должно быть безупречно. Я хочу, чтобы все запомнили церемонию открытия этого этапа Суперкубка. Все идет по плану, мистер Гатан. Целая армия декораторов работает, не зная отдыха. Прекрасно. Что это было? Один из декораторов отыскал ловушку. Хорошо, я люблю сюрпризы. Надеюсь, Дрейкерс тоже. Машина ведет себя отлично. У меня тоже. Это все практика. Осталось всего два пилота в чемпионате молодежной формулы. Расслабляться нельзя, иначе упустим победу. Турбо-3 не победить. А черный призрак уже не лидер. Тем не менее, нельзя быть слишком самоуверенными. Уверяю вас, в команде черный призрак строит планы о возвращении в лидеры. Домашней команде не терпится проявить себя в Суперкубке Великобритании. Похоже, бравые Морелли обходят команду «Черный призрак». Итальянская команда по праву займет первые две позиции на старте, но кто же станет третьим? Тони Паркер настиг соперников. «Черный призрак» будет третьим. Вы победили.
Поздравляю! Смотри, Браво выглядит как петух в курятнике. Да, но все изменится. Не могу рассказать всего, Гиббон, но Дрейкер сегодня ожидает большой сюрприз. Ладно, ладно, можете сфотографировать меня. Эрик, улыбнись. А теперь в профиль. Эрик, тебя слишком много. Это цена моей популярности. Тебе нравится поклонение твоих фанатов? Тебя уже пригласили на сегодняшний вечер, миледи? Не в этот раз. Я пойду одна. Ну, надеюсь, мы хоть потанцуем? Я подумаю, Эрик. Мне пора. Команда «Черный призрак» знает, как устраивать вечеринки. Их штаб украшен, как съемочная площадка, а все посетители в костюмах. Не говоря уже о стильно одетой обслуге. Прекрасный способ представить суперкубок Великобритании. Со мной тренер команды «Черный призрак» Юн Чин Лю. Мы лишь хотели, чтобы этот вечер стал особенным для всех команд «Формулы». Вот и все. Тема сегодняшнего вечера как-то связана с местной легендой. Вы имеете в виду миф о злом гоблине? Именно так. Расскажите, вы верите в эту легенду? Я нахожу ее интересной, как и все местные мифы. Так что это за легенда? Злой гоблин следит за самоуверенными водителями, превращает победителей в проигравших. Вот так вот. Надеюсь, он не появится рядом с моей машиной. Не думаю, что гоблин захочет повстречаться с тобой. Как всем сегодняшний вечер? Роскошно, не так ли? Ты еще не видел буфет Фабри. Идем, покажу, Крис. Я весь твой. А вот и чемпион формулы «Красная ярость» вместе с Ниной Стар. Эй, Нина, немного поближе. Да, вот так. Довольно, ребята. Оставьте нас. Ну ладно, оставим этих голубков наедине. Идем, парни. Нам еще надо снять Невальдо Гомеса в смокинге. Может, выпьем? Почему бы и нет? Что-то не вижу Зака. Я тоже. Кажется, он говорил что-то о первоочередных задачах. Последний раз в такую ночь мы вместе смотрели на звезды. Сейчас все иначе, это уж точно. Ты правда так считаешь? Я прошу, дай мне немного времени. Обещаю, я все объясню. Теперь я совсем запутался. Не знаю, что на меня нашло. Прости. Этого не должно было произойти. Да, слишком коротко. О чем это ты? Позволь показать, как надо. Вот это поцелуй. Мне нужно закончить одно дело, но потом я хочу быть с тобой. Нина, стой. Организовать такой вечер – чудная идея. Несомненно. Все взгляды устремлены на замок, пока злой гоблин занят своим делом. Кажется, злой гоблин объявился. Верите вы или нет,
Но кто-то прошлой ночью проник в гараж Дрейкерс и поменял болид Моран, который Браво хотел использовать на первом этапе Суперкубка Великобритании, на старую развалину с помойки. Что это? Наказание злого гоблина самоуверенному пилоту? Мисс Дюваль не упустит шанс унизить Дрейкерс. Разберемся с ней позже. Но что произошло с Мораном? И почему? Как они смогли незаметно подменить машину? Мы закончили, Сандра, все готово. Мы подготовили Джанес для сегодняшней гонки. Быстрее, чем злой гоблин. Спасибо. Вы превзошли себя. Я знала, на вас можно положиться. Ты права, но проблема осталась. Джанес не годится для подобного трека. Да, Крис, но у нас нет выбора. Если мы не успеем найти Моран, поедешь на Джанес. Дорогая Кристин, наш план выполнен идеально. Это так, сэр. Все только и говорят о происшествии с Дрейкерс. Столько посвящено легенде о злом гоблине, что команда «Черный призрак» оказалась на последней странице. Это прекрасно. Вы придумали отличную диверсию. Спасибо. Теперь мы можем просто насладиться гонкой, Кристин. Сандра Логан из «Дрейкерс» заявила, что Крис Браво поедет на «Джанес». Гонка вот-вот стартует. Все 8 пилотов готовы к первому этапу Суперкубка. На пол позиции Браво, за ним Морелли и Паркер, Стэн Мерфи и Клифф Гиббон во втором ряду. Следом Зак, Лали и Кабир Сури. Кто из пилотов станет их гонщиком? Активация X-гонщик. Мы Дрейкерс. Контакт. Зажигание. Контакт установлен. Поехали! Тони Паркер на Шэдоу вырвался вперед. Морелли второй, Браво третий. Паркер не растерялся. Тони попытается использовать X-карту. Обгоните его и отрывайтесь. У меня есть один трюк, Крис. Тони, Фабри тебя обошел. Да, вижу. Паркер атакует Морелли. Клифф, обойди Стэна Мёрфи. С радостью, тренер Юн. Команда «Черный призрак» ускоряется. Гиббон обходит Мёрфи. Молодец, Клифф! Покажем этим Дрейкерс, кто сегодня лучший! Режим натиска, мгновенный тормоз! Нас тормозит X-карта Тони. Он хочет, чтобы мы уступили Гиббону. Клифф Гиббон ускоряется. Он обходит Браво и становится третьим. Несомненно, сегодня у «Черного призрака» выигрышная стратегия. Ты поразительно спокоен. Тебя не волнует, что Дрейкерс проигрывает? Гонка еще не окончена, Эрик. Клифф сейчас в ударе. Он рвется вперед. Он стремится на второе место. Черного призрака не остановить. Гиббон обходит Морелли и становится вторым. Она права. Их не остановить. Изменим нашу стратегию. Поменяем кое-что на пит-стопе. Мы в середине гонки, и нам предстоит захватывающая борьба между Заком на Брентоне и Лали Сури из Тигров. Напомню, лишь 6 из 8 проходят следующий раунд. Лали, время для X-карты. Используй Турбо 2. Давай, ну уже, Лали. X-карта мощность. Турбо 2. Благодаря X-карте Лали обходит Зака. Невероятно! Она также обгоняет Стэна Мёрфи из урагана на болиде Скорпио. Теперь и Браво! Да! Я иду за тобой, Фабри! Пока, Крис!
Белый дым выбивается из-под нитро Кабира Сури. И, по-моему, это нехорошо. О, нет! Для Кабира Сури гонка окончена. Он первый, кто выбывает из этого раунда. Мне жаль Кабира. К счастью, Лали рвется вперед. Лали Сури сохраняет отрыв от Морелли. Возможно, опять неприятности. Морелли сходит с трассы и заезжает на пит-стоп. Кажется, ему понадобились новые шины. После пит-стопа Морелли возвращается последним. В это время Браво преследует Лали. Сандра, что бы вы там ни сделали, Джанес в порядке. Держи позицию, Крис. Фабри, пришло время X-карты, иначе ты не пройдешь первый раунд. Не волнуйся, Сандра, я слышал, поверь в меня. X-карта, натиск! Мега-рывок! Благодаря X-карте Фабри Морелли становится пятым, а Браво разгоняет Джанес до 300 км в час. Я слышал, с балкона штаба Черного Призрака открывается романтический вид. Эрик, тебя учили не совать нос в чужие дела? Задело, да? Не знаю, почему я вдруг вспомнил. Сомневаюсь, что ты решился бы. Ты вспомнил, потому что я видел нас там, а теперь тебя разъедает ревность. Правда? Думаю, ты знаешь, что я могу охмурить любую юную особу. Кроме одной. И это не дает тебе жить спокойно. Признай, ты завидуешь мне, не так ли? И да, с балкона открывается действительно милый вид. Что ж, пойду выпью что-нибудь. Что это с Эриком? С Эриком? Кто знает? Мы наблюдаем за напряженной дуэлью между Камало и Джанес. Если победит Лали, Крис Браво останется без места на подиуме. Думаю, Дрейкерс пишут невыразительное выступление Браво на происки злого гоблина. Некс и Скорпио столкнулись! Болид команды Ураган пострадал сильнее. Прости, Невальда. Крис, вы были две машины. Это значит, ты можешь финишировать в первой тройке. Все в твоих руках. Не упускай из вида Лали до самого финиша. И последний круг. Посмотрим, сможет ли Браво на Джанес наверстать упущенное. Лали Сури не собирается сдаваться. Неплохая для тебя гонка, Лали. Будет, когда финиширую в тройке. Лали Сури не пускает Криса вперед. Паркер пересекает финиш первым, Гиббон второй, а Лали Сури третья. Черный призрак получает X-скор. Значит, в следующей гонке они смогут воспользоваться новыми X-картами. Паркер и Гиббон стали первыми. Третье место достается Лали Сури, а Дрейкерс вне пьедестала. Молодежная формула всегда полна сюрпризов. Вот так должен заканчиваться каждый раунд молодежной формулы. Тост за неприходящий успех. Пусть мы победим и завтра. И всегда. За черного призрака. Попробуем забыть это. Сейчас и навсегда. Черный призрак, навсегда. Не думаю, что это будет так просто. Сейчас и навсегда. Черный призрак. Не грустите, ребята. Помните, что говорили Боб и Люк Ривера? В сегодняшнем поражении ключ к завтрашней победе. Боб и Люк, интересно, где они сейчас? Они точно не грустят. Боб и Люк никогда не унывают, что бы ни случилось.
Да, ну и поездка. Как я рад, что она завершилась. Красный пляж должен быть вон там. Поле Экскор, мы идем. Оно должно быть где-то здесь. Помни, что сказал Воши? Когда увидите красный песок, следуйте указателю. Но кто нам укажет направление? Может, не кто, а что? Что происходит? Это безумие. Как будто мы во сне, который когда-то нам приснился. Да, теперь мы знаем, что означают сны. Я не понимаю, Боб. Думаю, лошади приведут нас к полю Экскор. Так, и куда же пропали лошади? Возможно, они внутри? Не знаю. Место кажется заброшенным. Давай взглянем сами. По-моему, никого нет. Да, ни лошадей, ни людей. Никого. Боб, смотри. Твой Икстаб обнаружил Экскор. Мы должны найти круг камней. Круг камней — это и вход, и хранитель. Не вижу ничего похожего на круг камней. Хотя... Что? Хотя это может быть колодец. Ты прав. Да, мы нашли его. Это круг камней. Мы нашли легендарное поле Экскор.